Маленькие притчи обо всем на свете. Жила в одном селении женщина. Услышала она однажды в церкви слова из Писания: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет». Обрадовалась женщина, воскликнула: «Вот уж истинно благая весть!» У нее же во дворе с давних пор лежала большая гора мусора, но взяться за лопату все было недосуг и лень. Вот и решила она убрать мусор верою. Два месяца она старательно соблюдала закон, постилась, молилась. Наконец она решила, что исполнилась веры. Вышла она во двор и говорит: «Мусор, ступай сам в поле!» Но гора мусора осталась лежать на прежнем месте. Думает женщина: «Наверное, нужно словами из Писания говорить». Стала она приказывать мусору: «Перейди отсюда туда!» Но гора осталась на прежнем месте. Тогда женщина махнула с досады рукой: «Эх, 2 месяца впустую потратила!» и завалилась спать на лавку.